Дорогие друзья, приветствую вас на канале Лана Арт. Пришло время рассаживать аквилегию на ПМЖ. Это аквилегия, которую я выращивала из семян в прошлом году. Перезимовали они в грунте. В грунте она прекрасно зимует без укрытия абсолютно. Это профессиональные семена были. Новый сорт, низкорослый. Очень красивые должны быть. Сорт этот называется Early Bird, какая-то там пташка. Огромное количество расцветок, низкорослый, красиво цветущий сорт. Ну, а я приступаю сейчас вот к посадке. До этого я выкапывала из грунта, пересаживала их горшочки и заодно еще брала вот здесь черенки. Аквилегия на второй год уже очень хорошо черенкуется. Вот, посмотрите, вот здесь вот остались еще у меня. Видно, что образуется несколько розеточек. И для черенкования можно вот розеточку аккуратненько вот так вот взять. Аккуратно я ее отсоединяю от корня. Бывает с корешками, там бывает и без корешков. Но все равно они очень легко и хорошо приживаются. В общем, беспроблемно в этом отношении. Вот этот кустик уже вот он цвел, даже в прошлом сезоне остался вот черешочек от цветоноса. И уже сейчас тоже он выдвинул цветонос. Поэтому иногда аквилегия цветет и в год посева. Здесь тоже вот уже есть цветоносик. Так что вот решила я, все-таки пора их уже рассаживать на ПМЖ. Что мучаются в этих горшках. Не все, может быть, найдется место, но постараюсь тут большую часть пристроить. Рассаживать я буду их вот в этом ракарии. Здесь растет яблоня. Такая, ну, она, наверное, больше декоративная, хотя она, в принципе, плодоносит. И создает здесь такую легкую полутень. В прошлом сезоне в этой яблоне спасались у меня фуксии. Я их развешивала на яблоне, и от жары они тут спасались. Ну вот, сейчас здесь найду местечки для аквилегии. В основном здесь у меня гехеры, хосты, разной высоты, разного объема кустики. Примерно я помню, где какие у меня гехеры и хосты посажены. И в зависимости от этого буду сейчас уже подбирать место для аквилегии. А читки еще здесь есть, я думаю, разные, и высокие, и маленькие. В общем, сейчас найдем им местечко здесь. Аквилегия любит достаточно такие гумусные почвы, поэтому в свой торф я добавлю сейчас вот здесь перепревшая конская подстилка. Выберу отсюда немного грунта и перемешаю с конской подстилкой, и уже потом буду засыпать этим, ну и такой смесью уже буду засыпать аквилегию. Думаю, что ей это понравится. Здесь грунт такой практически привозной, насыпной. Это огромный такой нейтрализованный брикет. Вот торфогрунт такой в огромных, там по 150 литров подсыпала. Так что здесь такой он практически один торф. Перемешиваю вот этот грунт. Внизу у меня там вот эта конская перепревшая подстилка. И буду сейчас вот уже высаживать и засыпать этим грунтом аквилегию. Немного грунта насыплю на дно здесь ей получше, чтобы такой попитательнее был. И потом уже вот засыплю ее тоже. Вот так. Здесь, в общем-то, главное не засыпать сильно вот эту вот корневую шейку, потому что она у аквилегии очень просто может подгнить. Но я сейчас засыплю, потом пролью. Грунт туда немножечко осядет. Он все равно еще будет со временем все равно оседать. Даже не за один раз может осесть. Поэтому потом немножко еще добавлю уже сухого грунта сверху. Он достаточно. Теперь надо пролить. Проливаю просто водой обычной.
без всяких удобрений. Сейчас без всего. Удобрять буду уже потом, где-то через недельку после того, как она будет сидеть тут, укорениться немножечко. И я подкормлю уже тогда калийно-фосфорным удобрением. Потому что аквилегия уже будет готовиться и к цветению. У нее цветонос очень у многих уже. Ну, вот так же сейчас я и все остальные буду высаживать. Ну что ж, вот осталось у меня тут совсем немножко, не поместилось уже. Именно в этом месте буду рассаживать где-то в другом. Здесь получилась у меня вот такая группа. 6 аквилегий, вот если смотреть. 3 вот так в рядочек здесь поместились у меня. Она это невысокая аквилегия, то есть высота где-то 30 сантиметров, диаметр тоже где-то 30 сантиметров, поэтому все кустики, они будут, ну, в принципе, рядышком, но друг на друга не будут заходить. Здесь еще вот живучку такую темную, такую бордово-фиолетово-зеленую. Думаю, она здесь будет хорошо с ними смотреться. Вот. Это вот с этого края у меня посадки аквилегии. Еще решила один кустик посадить здесь вот в композиции с гейхерами и аубрецией, амбриеттой. Гейхерки тут тоже низкорослые, маленькие кустики, разноцветные. Листья здесь такие будут контрастные по отношению к листьям аквилегии. Ну вот может быть только вот эта тиарелла, но она потом все равно изменится, они будут разные. И по форме куста. В общем, вот здесь вот, думаю, тоже ей будет неплохо. Ну, а бриета, даже если разрастется, мне кажется, что они будут хорошо здесь сочетаться. Еще один вариант. Вот где-то здесь я хотела посадить, но здесь все-таки очень солнечно. И рискнула посадить вот рядышком с туей. Ну, может быть, тую хоть частично тут будет прикрывать от солнца, хотя... Потом солнце вечером будет шпарить на нее вовсю. Ну, заодно я и сравню, как кустик будет здесь себя чувствовать. Здесь она находится вместе с небольшой, невысокой, такой среднерослой хостой. Вот. Мне кажется, что они здесь в компании тоже очень даже неплохо будут смотреться. Ну, и рядом тут ее коллеги. То есть с этой точки обзора можно будет видеть такую большую часть посадки. Еще в этом сезоне я сеяла другую серию аквилегии. Это серия «Башня». У меня 2 расцветки. Вот еще не распикированная. Это синяя, темно-синяя. И вот распикированная уже красная. Но это уже для следующего сезона и для следующих моих проектов. Ну а на сегодня это все. Огромное спасибо всем тем, кто поддерживает мой канал лайками и комментариями. Кому нравится садовая, дачная, цветочная тематика, приглашаю подписаться на мой канал. Не забывайте подписываться, чтобы не пропустить мои очередные видео. До новой встречи, друзья!